Снова на линии. В конце января в округе запустили 4-й автобусный маршрут. Почти год он не функционировал. Возобновили его по инициативе НПО «Энергомаш». На работу сотрудникам предприятия из Новых Химок приходилось добираться в буквальном смысле на перекладных, что требовало больше времени и денег. Все удобства нового маршрута оценила Екатерина Зайнулова. Появление этого маршрута ждали многие, особенно жители Новых Химок, работающие на НПО «Энергомаш», в том числе и Татьяна Булыгина. Каждый день женщина добиралась на двух видах транспорта – автобусе и троллейбусе. Приходилось переплачивать. Так что возрождение родной четверки – не только комфорт, но и экономия. Сейчас, когда пустили четверку, очень удобно для нас. Хотелось, чтобы вот в автобусе льготником проезд был. Потому что платно есть льготная категория людей, которые у нас и по проездным. Всего запущено 6 автобусов. Интервал движения 7-10 минут. Первая остановка – Ашан. Затем улица Родионова, Дружбы, Лавочкина. Через Юбилейный проспект к магазину «Мелодия», Первомайской, салону для новобрачных и «Энергомашу». Руководство предприятия летом прошлого года решило начать активную борьбу за возобновление маршрута. Ведь в результате его отмены тысячи работников остались без транспорта. На одной из встреч я переговорил с главой администрации Шаховым Олегом Федоровичем. Мне назначили встречу. Валов Алексей Васильевич волевым решением своим, значит, приказал начальнику управления транспорта городского округа, значит, подготовить договор, значит, и пустить автобусы. Остановку у «Энергомаша» не стали делать конечной и продлили маршрут до МКБ «Факел». Нам, значит, звонило предприятие «Факел» и председатель правкома. Вот, оттуда слова благодарности, потому что они просто были отрезаны. Автобусы на маршруте больше недели. Химчане уже полностью оценили качество транспорта. Это совсем новый автобус. Название МАЗ. Выпускается в Беларуси. 13-го года выпуска. Двигатель мерседесский. Маршрут автобуса очень удобен. Его остановки расположены таким образом, что охватывают места, где проживает наибольшее количество работников «Энергомаша». И если раньше время до работы у них занимало час и более, теперь всего лишь 15 минут. Пока остановка у «Энергомаша» – это пустое место, но к весне ее обещают оборудовать. Также здесь по всему маршруту планируют повесить расписание движения. Екатерина Зайнулова, Алексей Козиров, служба новостей.